Всем геймпас, с вами Рапас, и сегодня мы начинаем играть в новую игру на моем канале. Это Roblox. Да, я, если честно, в шоке, что в Роблоксе вот такое вот все. Ой, здрасте. В общем, как вы уже поняли, то, что это Help Wanted, только не в VR. То есть это просто обычный Roblox. Так что предлагаю начинать, в принципе, точная копия Help Wanted. Нажмите Tab, чтобы открыть меню. Ну, короче, мы это все пропускаем. Ага. Опять снова Fazbear Entertainment. Так. Ага. Я еду в каком-то кресле Мишка Фреда. Чем с собой виртуальной реальности скроем вашему месту. Так, ну окей, но это же не виртуальная реальность, вы знаете, да? Кстати, вроде бы ж можно и в Roblox тоже в VR играть, так ведь? Так что можно поиграть в настоящий Help Wanted, а можно поиграть в Roblox Help Wanted. Воу, Фредбер, здрасте. Так. Чё это? Police, line, donut. Ага, Роблоксер. Так, это... Как там тебя звали? Фантайм Фредди. Блин, я не успеваю ничего созреть. О, ну штраф. Так, окей, ребят, сейчас мы будем угадывать всех этих. Так, Animatronics, Help Wanted. Animatronics. Ну да, это первая часть. А почему здесь на английском написано? А почему? Ладно, мне все равно. В принципе, это все равно не совсем важно. Тем не менее, мы просим вас согласиться. Просто... Все, погнали. Ю-ху! Начинается туса, пати. Даже после смерти Уильяма Афтон, да, все еще следует привычкам своего прошлого. А. Используйте камеру, чтобы наблюдать за аниматрониками, которые так пропустите. О май гад. Так, у меня типа загружается еще все. Пожертвовать 10 робуксов. 100. 3 сотни, 5 сотни, ничего себе. Ой, кексик, здорово. Ежедневное награждение. Претензии. Отключить прыжки. Что? Да ну это все подлагивает, алё. Ага, закрыто. А, понятно, меня тут хотят, чтобы я еще робоксы потратил. Пожалуйста, сделайте выбор из виртуального меню. Оу, FNAF 3, темные комнаты, скоро, запчасти, сервис. Блин. Так, окей, ребят, носик. Так, хорошо, что это? О, достижение даже появилось. Блин, ребят, знаете, это офигенно. Пользуйтесь точно, ночные таблицы лидеров. FNAF 1, Кампиону 11233, окей. Выключаем. Предлагаю с вами... Погодите, это ж точно, если мы вот так вот переключаем, то здесь же кошмарное это... FNAF 3, темные комнаты, но это скоро. Пользовательская ночь... Не, давайте все же вернем наш прошлый. Я хочу попробовать что-то отремонтировать. Давайте баняш отремонтируем. Начинаем. Продолжить. Схватите и... Что? Продолжить. Кнопки. Сделать ремонт. Прыжки. А что означает прыжки? А сзади меня пусто? Ну, я знаю, что тут еще что-то прогружается. Значит, теру. Добро пожаловать обратно в запчасть. В смысле обратно? А мы типа раньше... Так, о нет, похоже, это работа не настроена. И так, сначала мы должны получить доступ. А может как-то повыше? Чтобы получить доступ, надо сначала необходимо удалить оба глаза. Вы должны быть как более точными при удалении глаз из отвышенных гнезд. Окей. Сначала крепко схватите левый глаз Бонни и аккуратно выдохните. Знаете, я... кексик. Бросить. Так, иди сюда. Прикольно, ребят, прикольно. Ты чё? Совсем? Как я могу? А я могу его поворачивать? Не, я могу только его бросать. К сожалению, это не VR, чтобы тут все это делать. Ладно, давайте еще раз. Так, у меня вопрос, ребят, а как я могу аккуратно вытащить из этих глазниц,
Как только Фредди находится рядом с вашей дверью, не забудьте обозреть на него. Так, все, начать. Так. Гитара. О, я могу играть. Камень? Что? Достижение камень? О, это ты! Прикинь! Маняш, это ты! Это ты, прикинь! Я нашел твою копию. Стой, вернись! Ой, ладно. Что? Ладно. А чё у меня? А как? Нажмите так, чтобы открыть меню. Ребята, я не понимаю. А я не могу. Сначала мы должны... Погодите. Видите? Я только могу... Еще одна монетка. Баняшик, я твою копию нашел снова. Стой, вернись сюда. Так, это снова эта ерунда. Ладно, допустим. Аккуратно. У меня вопрос, как я должен это сделать? Не, ребят, мне кажется, ремонт и это не мое. Используйте свет, чтобы раскрыть то, что скрывается в тени. Это типа какая-то старославянская мудрость. Нажмите Tab, чтобы открыть меню. Да. Может туда пойти как-то? Я так ничего и не прошел, ребят. Ремонт вентиляции. О-хо-хо. Ночь один. Ну ладно, давайте панели тогда во FNAF 2 попробуем. Аниматронные персонажи здесь немного причудливые. Да. Я знаю это все. Тем более этот, как его? А как его? Используйте маску, чтобы спрятаться от аниматроников. А где я нахожусь? А, все. Так, продолжить. Носите маску. Проживать до 6 часов. Прыжки, быстрое время, медленный АИ. Не надо нам медленный АИ. Нам уже и без этого. О май гад. Иди отсюда. Опа. Погоди. Ну все, я взял. Так, знаете, ребят, это намного офигеннее. А где Марионеточ? Ага. Окей, у меня есть листочек бумажки. Я не могу два света включать? Окей, ребят, бумажечка у меня есть. Иди сюда. Так, у нас есть вентилятор, у нас есть аниматроники, которые серые почему-то. Кстати, что там Марионеточ? А Марионеточ нет. Ага, ее нету. Стойте, аниматроники! Стойте, где вы? Стоп, на меня Фредди смотрит? Ну что вы как кексики все, а? Ну, это ж, ну, вообще скандал. Ну, серьезно, так, ребят, это что, это провода? Кто вообще здесь работает? Почему я здесь работаю? Один я. Чего, один я? Ну да, один я. И как всегда, ребят, нам рассказывает на английском. А что такое? Ну, погодите, ребят, ну, получается, первая ночь тут атакуют вроде в первой ночи. Хотя, может, они... Ушел! Баняш ушел. Ага! А Марионеточка, надо еще заводить. Светим. Давай, смотрим. Так, смотрите, ребят. Q. Ага. Я могу вот так вот делать. А, ну, так намного облегчает жизнь. Короче, единственная работа, которой я здесь занимаюсь, это чисто просто светить. Да. Маска! На. А где? А его нету, да? А его нету. Кто-то по вентиляции лазит. Кто там опять вентиляцию ломает? Кто-то опять ушел. Что ж ты будешь делать-то?
Да что ж такое, ребят? Чё, я никак не могу это пройти? Скажите, пожалуйста, дайте мне, пожалуйста, какую-то... Так, окей, ребят. Окей, допустим. Кексик. Понимаешь, я не могу это пройти. Ребят, конечно, да, это все интересно, это все прикольно. Это прикольно то, что Help Wanted поместили в Roblox, но я единственное не могу понять. Опять же, это видео может стать экспериментальным, я ничего здесь не понимаю. Я не понимаю, как здесь со всеми справляться, я не понимаю, к примеру, как починить Бонни, аккуратно вынуть глаза. Как я могу аккуратно вынуть глаза? Вы хотели услышать забавный факт? Одна из предыдущих команд разработчиков допустила смешную ошибку. Ага. Некоторые не могут привести к нежелательной аномалии, входящей в код игры. Пожалуйста, примите это заявление в качестве нашего полного юридического отказа и освобождения от ответственности и национального вреда для вас. Спасибо. То есть вам вообще все равно на меня. Понятно. Счетчик призов. Погнали. Ага. Вау! Так, приз. Какие у нас есть призы? Призов у нас нету. Особенный. Мячик. Отдавайте мячик. О, мячик! Так, а я могу их как-то поворачивать? Я не могу, ребят, ничего поворачивать. Ну что за ерунда? Так, а ну-ка. Блин. А мячика больше нет. Так, окей, ребят. Я думаю, это можно уже заканчивать. Как тестовый запуск мне понравился. Я проверил, что это такое. Прикольно, ребят, прикольно, то, что в Roblox смогли поместить. Да я вообще молчу о Дурс, который вышел давно. О, шоколадка. Ешь. Угу. Спасибо. Тогда я съем все. А кто здесь их на пол порал? Сейчас я тут все съем, это все мое, понимаешь? А. Что? Фазбер, хотели бы вы... Единственная Фредди Фазбер. Что? Что происходит? Отмените показ. Какой? Ё-моё, ребят, я просто испугался. Я не понял, что произошло. В общем, ребят, надеюсь, вам понравилось. Не забывайте, что... Да. Что это? Не забывайте, что ссылка на Дискорд, как всегда, в описании. Что, ребят, меня сейчас переместило на другую карту? Вы это видели? Меня только что на другую карту переместило. Окей. В общем, ребят, не забывайте писать комментарии. Ну и все. Ссылка на Дискорд, как всегда, в описании. Ну, особый Еропас. Всем хорошего дня, всем удачи. И пишите комментарии, потому что совета мне очень надо. Я вообще ничего не понимаю. Всем арвуар. We know that Fazbear Entertainment has developed something of a bad reputation over the last few decades, and while it's true that some stories associated with our name were loosely based on actual events...